Чувашстан сонарлы искусственное некисление Моисей Спиридонов Шуралнаран Башар Жирембилик Шул Читря. Расчет это Чуваш Республики Интавади Вишлящение Пурунна Шурчине Паян Азануха Мичакрыш. Моисей Спиридонов яджи чуваш искусство тенджижен яланах сумла варенда. Живопись тогда графика исты, иртня мерды пурнажа, шершир эшресан лазах варна. Моисей Спиридонов пелевне хузанды юнер шкулинже, пидерды юнер училищенче туптана. Чуваш шерещине таврнза, пурнач тершибе, тван халх искусствене адаландара сижен тарашна. Педагогика институтинджи, художество ба графика факультетне ергелезеяна. Ну май шул чуваш художник гизен союз не ерцебына. Чаванбада паян хи чуваш художник гизем, хизем берги, он инверени Генезем теме был дараща. Паян взенчен челай же, унер же пурын на чурту менде пуштарынджиш. Урока был, он билигым шпюрт шагын давал пурынза, пурынза шаг хватерда, пурынна эшленя хальку пуртра мемориална квартира музей. Унданде мы сей спирт он жихой картины зем, переписка, где он научный манизм, вышивка была, чувашский народный костюм, исследование зем. Мы сей спиридон ува числа за Ште же зем, вренегене зем, чила я же сама каларищ. Взень шудинджа, а зануху минь авторе. Художник па перьялда. Твай районинджи, яниш нарвыша шурал заюсне Василий Кузьмин скульптор. Кунда я бы не пар пинди дохоржар щитмель прямо шулдах. Пузав в Зимбанде, кунда квартира. Он же не он на херезем, Татьяна Моисеевна, тогда Августа Моисеевич. Вол, он же не уже сама я хабадыча. Ну, чинахта пидетелен мелле сынарчы онын. Шамик шап шурычы ишлитчы. Тада онын кучхар жизнде пидет шурычы. Тада варымскер. Он бик варымлы кучхар жизнде курман нехшанты. Моисей Спиридоновын музей хватеринже картина зем. Типчефиш зем тогда художнику загурны ябала зему пронаща. Уйрым пюлемре чваштыри бе палаштыраган ябала зем. Херех шулытла юнержи чваштыри не депчене. Унца кырмыш вон дыхрымыш эмерды сурбан. Той бергенджиге терля дудырзембе кебезем буштарна. Паян пюрт стены ищине шакна азынуху меня гурза. Шак кил хватер берги тогда нумай щин пельме булдаря. Республика Гларымвали, Анастасия Лангина, Александр Петров.